Целый год в магазине валялась. Уж думала, никто не купит. Приветствую тебя в нашем доме. Меня зовут Ливка, и я тут типа экскурсовод для новеньких. И что, частенько приходится водить экскурсии? В январе все попные шарниры стерла. Оу. Для начала, как тебя зовут? Меня, не знаю. Буду звать тебя Барашка. Как мило. Потому что я курчавая? Потому что ты черная. Не поняла. Конечно, ты же черная. Мне не нравится этот российский юмор. Это российская действительность. Привыкай. Ай, больно же! Я точно завалю теорию. Мне бы твои проблемы. Вот у меня... Эй, девчонки, не грустите. Давайте лучше чаю бахнем. Мы выпьем чай, бах, и станем чай, мы выпьем чай, бах, и станем чай, мы выпьем чай, бах, и станем чай, мы выпьем чай, бах, и станем чай. Теплое слово на все случаи жизни. Все на свете тленно, лишь человек звукоризнен. Мир замирает на этот миг краткий, пока в чашке вкусно пахнет заваркой. Пей чай, пей чай, ешь печенье, других скучай. Пей чай, пей чай, покажи миру фигу и жить продолжай. Тебе одиноко, вокруг все приелось, уютно печалька в голове пригрелась. Пей чай, закуси конфеты и не скучай. Пей чай, пошли все к черту и жизнь свою продолжай. Чего это она так резко подскочила? Томатная зависимость. Официант, срочно мне томатной крови, скорее! Не кричите, я сейчас приня... Говорящая мышь, антисанитария, позовите мне администратора! Здравствуйте, у вас какие-то претензии к нашему кафе? Мыши-мутанты захватили город, спасайтесь! Заходите еще! Хм, симпатичная сумочка, жаль, не мой стиль. Здравствуйте, чем могу вам помочь? Огромная крыса-продавец. Что-нибудь выбрали? Ненавижу грызунов. Извините, но я сваливаю. Что за колхозный магазин? Не товары, а мусор. Мисс, вы в порядке? Огромная говорящая мышь. О, мой Ра! Тут мыши в кафе! И в бутике тоже. Да тут везде грызуны! Куда вы так убежали? А дамы, может, хотите перекусить? Не уходите, пожалуйста. Грызун-апокалипсис! Бежим! Браво, Хаолин! Это очень забавно. Чьей глупой идеей было подарить Хаолин домашний кукольный театр? Кто ж знал, что она высмеивать нас будет? Мусофобия — это не смешно, Хаолин. Да нет у меня этой мусофобии. Я не боюсь мышей. Просто не люблю. Извините, тут не Ваня-то? Огромная, говорящая. Мышь! Что это с ними? Хаулин! Мусофобия на почве грызун апокалипсиса! Бедные.